И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое жизни в Америке? А самое хорошее — это то, что здесь столько всего opportunities. Opportunities! Как это слово? Возможности. Здесь столько всего возможностей, столько возможностей учиться, столько возможностей приобрести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь, и не нужно ни о чем заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами.